Здравствуйте! На этом уроке мы рассмотрим следующую задачу. В открытом космосе расстояние, которое преодолевает объект, напрямую зависит от времени, за которое он проходит это расстояние. Конечно, если объект не ускоряется и на него не действует никакая посторонняя сила. Допустим, у нас есть конкретный объект, и расстояние, которое он преодолевает, напрямую зависит от времени, за которое объект это расстояние проходит. Если мы посмотрим на все это со стороны коэффициента пропорциональности и прямой зависимости, то можно сказать, что расстояние s равно некой константе k, умноженной на время t. Как вы видите, расстояние прямо пропорционально времени. Это касается только данного конкретного объекта. Если астероид преодолел 3000 км за 6 часов, то какой тогда будет константа изменения? Итак, расстояние равно 3000 километров. Нам известно, что S равно 3000 километров. Это расстояние, и оно равно постоянное изменение K умножить на время, то есть на 6 часов. Теперь, чтобы найти постоянное изменение, нам нужно обе части этого выражения разделить на 6 часов. Мы делим на 6 часов левую часть. И то же самое делаем с правой частью. Что у нас получается? 3000 разделить на 6 равно 500. А в правой части 6 и 6 сокращаются, и часы у нас также сокращаются. Если вам, конечно, интересно, что происходит с единицами измерения. Таким образом, в левой части у нас остается 500 км в час. И это все будет равно k. Итак, коэффициент пропорциональности или константа изменения, как она называется в условии, равна 500 км в час. На этом все. До свидания и до следующих встреч.